Ну что ж, Кситопия хочет домой. Ну что ж. Дабл тайм от Кситопии. Ох, прошу прощения. Это не та карта. Сейчас бы промахнуться. Да-да-да. Это будет действительно мисклик небольшой. Так, что я думаю, что забыл good time? Уж мы ждем только готовности игроков для того, чтобы начать эту серию до 4 побед. Я жду, кстати, и Пинки Пайку за выход в следующий, в 4-й раунд нижней сетки. Тот игрок, который сейчас нас проигрывает, занимает 7-8 место. Вместе с другим проигравшим из этого раунда. Соответственно, игрок, который проходит дальше, поборется за топ-5-6, а то и до конца турнир выиграет. Но бороться ему придется с Мэтт Хэттером уже дальше по сетке. Ну, Unstable не страшно, Unstable набрал форму. Но это не означает, что не ошибается, скажем так. Я считал, что наш матч завершится со счетом максимум 5-1, а закончился чуть ли не тейбрейком. Ну что ж, тем временем оба игрока начали прохождение карты. Небольшая разница по актерости в пользу Пинки Пайку. Небольшой отрыв он набрал за счет этого. Не всегда приятно, на самом деле, начинать турнирную игру с даблтайма. С другой стороны, даблтайм довольно легкий в мокпуле. Ну что ж. И после первой половины карты Пинки Пайку ведет. Есть у него 1.5% преимущества по аккуроси. И, соответственно, небольшое преимущество по счету. Напомню, в скор В2 максимальное количество без учета спиннеров это 1200. За АФК карты, соответственно. СС Кситопия допускает ошибку. Но если Пинки Пайку ближайший паттерн ошибается, он проиграет карту. И уже просто умопомрачительная разница в скорах между Пинки Пайку и Кситопией. И, пожалуй, ничего не сможет остановить. Кситопия допускает вторую ошибку, но это абсолютно ничего не значит, ведь Пинки Пайку забирает первую карту и забирает, причем, карту Кситопии. Один он в пользу Пинки Пайку. Не, ну я верю, что банчи душил меня для того, чтобы зайти в обе. Я сам себя не могу пригласить. И еще один дабл тайм. Вот теперь можно вдруг поставить то, что нужно. Это good time второй карты. На первой игре действительно была куча проблем. Не очень удачно она была и для игры, и для того, чтобы смотреть ее. Потому что начиналась она с моего стрима, потом переехала на стрим Талеончана. Он же 539 Деда и Геноми. Потому что он пришел, не мог он раньше прийти, ну, бывает на самом деле, обстоятельства сложились. И тут начал, конечно, тупить банча. Но что поделать? Игроки готовы наконец начать карту. И вот так вот очень легко даблтайм у нас, кстати, закончит свое присутствие в этом матче. Все-таки всего два.
не знаю, кимоно, тримплифай, топчик. И первая шутка от Акси Топи на карте. Его игрока, кстати, довольно сильно потеряли в аккурасе. Ошибается повторно к Ситопе. Пинки Пайку тем временем уже набрал почти 300 комбо и уверенно набирает скор. Поздравляем Томори Деса с уже 11-м левелом. На самом канале довольно активно смотрит турнир. И я надеюсь, ему нравится. Кстати, до сих пор участвует. Ситопи тем временем ошибается еще пару раз и уже просто начинает немного чилить карту, поскольку шансов ее выиграть не так много у него остается. Я могу сказать тебе, почему не был пикнут Pumpkin Junkins, он был в бане от Mad Hatter. Тем временем еще одна ошибка от Ситопи. А Пинки Пайку, хоть и сака 93%, но движется фулл комбо на карте. Ну что ж, 0-2. Пинки Пайку лидирует и пик Ситопи. Не так много осталось на самом деле Пинки Пайку для победы. Будет ли у нас камбэк от Кситопи? Вот, кстати, не помню, сколько скоро набрал у нас Unstable, когда мы с ним играли Pumpkin Junkins. Я знаю, что его слишком жутко мисал. После всех этих перерывов довольно тяжело, на самом деле, вернуться в колею. У нас то одно было, то второе, то третье. С банчи, но что ж, бывает. Я просто не помню камбу. Матчлинк я прямо сейчас не смогу открыть, но ты, кстати, на стейбл можешь его посмотреть. Он все равно еще появится в Google Доке турнирном и будет доступен всем для просмотра, потому что этот матчлинк еще жив будет некоторое время. Ну что ж, ждем выбора карты от Кситопи. Unhappy Refrain у нас подключается, первый новый мод в этой серии игр. Как говорится, сыграем по старинке. Не, ну мачин, кстати, был в одной конфе закинут. Ты сам знаешь какой, и ты должен его посмотреть. Ну что ж, оба игрока готовы к старту третьей карты. Обратный счет уже до старта пошел. И мы готовы присоединиться к Unhappy Refrain от Ваваки в исполнении Хацуне Мику. В третьей карте серии между Кситопи и Пайку за продолжение битвы на турнире в третьем раунде нижней сетки. Пинки Пайку тем временем ошибается на вступительной части карты. Ну что ж, будет ли это самый большой спиннер? Пинки Пайку довольно уверенно набирает поинты. 23 тысячи он набрал. Это очень хороший результат, но Ситопи пока все еще немного впереди. Ситопи ошибается, и Пинки Пайку моментально выходит вперед. Как-то крайне неудобно ему, если честно, играть эту карту.
потому что очень нетипичная ошибка, если честно, не на самом сложном парте карты. Титопия тем временем потихоньку набирает комбо. Немного впереди он, по аккуратности оба игрока примерно одинаково сейчас держатся. Возможно, это шанс для Кситопи открыть счет в этом матче. Но он ошибается. И в очередной раз идет лидерство. Пинки Пайку не справляется с обратным слайдером. Кситопи ошибается не намного позже. И что ж, это выход на припев. Оба игрока справляются с медленным переходом, а Кситопи тем временем ошибается на джампах. Более 200 комбо набрал Пинки Пайку и уже достаточно серьезно начинает отрываться от Кситопи, но ошибается под конец первого припева. И с порядка 40 тысяч разницы между игроками в пользу Пинки Пайку. Практически 200 комбо у Кситопи. Это его шанс начать приближаться к Пинки Пайку. Есть 200 комбо. Пинки Пайку проходит уже отметку 150. Скоро не получится так просто приближаться друг к другу. Вступление перед вторым припевом. Оба игрока имеют более 200 комбо. Не очень большой разрыв, и любая ошибка может стать фатальной. Кситопи ошибается, крайне не вовремя. И начинаются заключительные два припева карты. Пинки Пайку вместе с Кситопи параллельно ошибаются. Но уже довольно большой разрыв между игроками. Еще одна ошибка к Кситопи, и максимум, на что остается надеяться, так это на хп-бар. Который не так-то просто здесь потерять. Кситопи допускает еще одну ошибку, но это уже не критично важно. Этот припев становится для него не самым счастливым. И Пинки Пайку выигрывает на третьей карте. Ну что ж, это пинг для Пинки Пайку, и это матчпоинт для него. И когда пришел Пеппи, этот припев стал очень несчастливым. Ну что ж, и вот хидден карта у нас. Да, она не в бане. Надо было немножко проверить. Потому что подзапамятовал я уже баны на самом деле на этой серии, но спасибо Логу. Он всегда выручит. Ну что ж, матчпоинт для Пинки Пайку. Его пик. И это... Кюн-кюн, Тамаран и Набатян. Хидден моде. Не беспокойся, большинство современных турниров имеют много карт с большим количеством стримов. В частности, весной играли я и Unstable, как раз вместе мы играли Марафон Кап, так называемый. Там были карты более 5 минут. И, как назло, они все состояли практически полностью из стримов. Там их было очень много, просто безумно. И это на самом деле отвратительно. Потому что игралось также скоро в 2, это больше 5 минут стримить на каждой карте. В группе вы играли BO1, в плей-офф BO3. На самом деле это очень отвратительный пул. И что-то случилось у Кситопи.
Возможно, это Банши. Да, баг. Банши похоже с Ситопией. Ситопия возвращается в игру. И нам остается дождаться только готовности игроков. Вот, кстати, Анстейб очень правильно вообще описал, какого характера плана берут современные мапулы турниров. И на самом деле они очень однотипные. Просто до безумия, и это продолжается уже второй год на тех турнирах, на большинстве из них, которые проходят на форуме. Ну что ж, тем временем мы готовы к четвертой карте между Кситопией и Пинки Пайку. Карте Hidden мода. Не очень удачно Кситопия начинает первый паттерн и Свайдер Брейк. Не очень хорошо идут дела у Кситопии. Кстати, очень сильно потерял в аккурасе Пинки Пайку. И Кситопия ошибается на соло партии, не самое удачное место, чтобы дать мисс. Ошибается на джампе Кситопия. И кажется, не очень готов этот хиден играть. Тем временем Пинки Пайк уверенно набирает комбо. Но Пинки Пайк ошибается в конце. На круговом стриме, том самом. У Кситопии большие проблемы с хп-баром. Да, том самом легендарном. Ошибаюсь на треугольнике Кситопия, и тем временем в Пинки Пайку уже довольно большой разрыв, практически 200 тысяч. Ошибается Кситопия на чтении своего парта, не может ничего с этим поделать. Хотя ему по-хорошему надо просто попытаться доиграть карту до конца, а вдруг хп-бар позволит выиграть это. Дасти, к сожалению, так Тримплифаю проиграл, ведя карту, просто уронил хп-бар в самом конце. У Кситопии немного, порядка 2600, если мне память не изменяет, но вообще он игрок в Кэтчзебит. Там у него больше 6. И он участник сборной России на Кэтч World Cup 2018 года, между прочим. Так что он успешен не в этом моде. Еще один был на турнире, Каликстра, у него вообще уже 10 тысяч имеется, но... не так в хорошем стандарте. Насколько помню, в 17 году играл также на Кэтч World Cup. Тем временем Кситопия просто доигрывает карту, падая в фейл. И... 0-4. И Пинки Пайку проходит следующий этап турнира. Кситопия, к сожалению, с него вылетает, не забрав последний матч карты.